ефірі, це шоу «Денівці бізнес-кафе 3-1», наша постійна рубрика «Тест Девайс», наша співведуча, технічний король та контентний владика. Блок кедр.ком. Ми виконали свої всі обіцянки, тепер ви нас маєте сьогодні вразити і приводити мене чарівним напоєм. Wi-Fi роутером. Так, у нас сьогодні, до речі, вип'ємо вже. Wi-Fi роутер, бокали, чашки з кафе 3-1, ніж, ножиці, і напій. Скотч і напій. Розказую. Літній лимонад. В условиях ужасної радіоактивної активності, якщо я можу так сказати, в воздухі Wi-Fi роутери, вони передають дуже слабий сигнал. От ти сидиш от напротив, от так от. Практически вот так сидишь на своем iPad или iPhone, что-то клацаешь, и вот интернета нет. Або просто сидишь, а в тебе нема интернета. Я тебя обраду, ты вот когда сидишь, ты вот никогда так сам не заметишь, то есть в любом случае надо чем-то принимать. На самом деле, если бы у нас были совсем очумелые ручки, я бы здесь бутылок много принес. Так, и насправді ми б могли зробити все дуже просто, щоб у вас Wi-Fi був сильним сигналом, просто взяти його і промотати до руки ось так. Да. І ходіть за допомогою. І це ми зараз і зробимо. Так. Так. Це буде перший варіант. Імпровізація. Да, делаем это и выпьем же за это. У нас мы будем строить усилитель Wi-Fi сигнала. Для этого нам понадобится вот такая вот желтая баночка. Мы сначала лимонад. Ой, она пенится. Вы бачите, как зараз Аня делает альтернативный вариант. Можно мне ножиці, будь для того, чтобы Wi-Fi у вас был с вами назавжди. Навіть якщо ви прийшли в якесь кафе, де є Wi-Fi, це я не потрібен. Знаєте, ви маєте бути самостійними і сказати і гордими: мені ваш Wi-Fi не потрібен, в мене є свій. Авдій, я готовлюсь праздновати наш тріумф в Wi-Fi усилителя строєнні. Ребята, ви все зробили, чак, хватить. Ось так ви зі своєю дівчиною приходите. Ось так, під ручку. І такі. І вам каже офіціантка, в нас кафе з Wi-Fi безкоштовним, а ми? У нас свій. Ей! Подивись на нас, ось він Wi-Fi. Или так, дві антени. А ви купили кофе, щоб тут користуватися нашим Wi-Fi шаровим? Так, долили. Теперь у нас надо стаканчики убрать. Теперь мы пьем наше дитяче шампанське. И с помощью такого вот ножика и такой вот баночки мы будем делать... Давай, за нас, прикольно. За нас гений. Будем делать антенну. Смотри, так недоверчиво, будет или не будет. Чисто такого колера. Это шампанское. Дитячий шампусик. Класс. За що так, я почти за закончив. За нас, давай, за нас. За процвітання Дня МТВ. Єсть. Одна часть є. От превратилась в таких дві частини. Одна прекрасна баночка. Вдома сам з собою. Обычно ми для цього используємо пластиковий. Не живу з ним, точно не скажу. При мені веде нормально себе. А приємно дивитися, як інші працюють, так? Так. І як горить огонь, як п'ють шампанське. І як люди працюють. Ти говорить огонь, ти не так, не відволікай, тому що це насправді дуже небезпечно. Опасна задача. Опасний момент. Я роблю саму легку частину, саму сложную будет делать Аня. Так, вот мы уже сделали вторую часть вот таким образом, и у нас получилась вот такая вот баночка. В принципе, все. Да. Все. С ней можно, ее можно использовать как подзорную трубу. Давай. Еще давай, чтобы мы такими дурницами не страждали. Нет, подождите, это только половина. Дурницами. И она, кстати, приближает. Отдаляю. Позвольте мне работать отдаляю. По металлу. Знаешь, в школе были труды. Не знаю, так. Как у вас. У нас мы было... робили чеканки с таких штучек. У нас была половина... А я ходил до девчат работать яешню постоянно и пырих. И крючком вышивать. У нас было так. Полгода деревянные труды, полгода железные труды. Правильно? И там то по железу, держи. Тобто полгода. Вот сейчас точно держи. Нет, вот с этой стороны держи. И обережно дуже тримай. И очень аккуратно. На две части нарезать. Да, мы делаем две части. Одну будешь делать ты. Потому что у нас есть две антенны у нашего. Па-па! Ты просто призван быть облитым, обляпал. Знову ж таки, за нашу традицию. Дай потримаю. Так, тримай. Так, мне кажется, я допер, как это делать. Жестянчик. Мы делаем таких два надреза. Так. Тобто нам навіть скотч не знадобиться, чи що? Надіємося. Надіємося, що нам скотч не понадобиться. Коротше кажучи, якщо вам набридло ось ця фігня на вашій руці, насправді... Якщо вам нема чим зайнятися, робіть те, що вам показують наші спілкуючі. Подивитись на альтернативний варіант. Кладемо роутер. Я на самом деле вот постоянно на форумах различных читаю, когда мобильные устройства обсуждают, вот у меня плохо сигнал принимает. Вот смотрите, что делать, чтобы хороший сигнал принимал. Вот таким образом и... Чего тільки не зробишь. Загалом. Клас. Давай, це ти... якісь кораблики? Блін, Сьома, асистент, скотч. Асистент, скотч. Скотч.
Нет, налейте, я говорю. Вот, не надо, все, я справился. Ты плохой ассистент. Не, вернее, хороший, но... Да что ж там, но я могу. Огнедышащая Аня. Так, смотрите, какой пимпнутый у нас получился Wi-Fi роутер. Давайте его так покажем, Митя. Одна часть уже готова. Так, робимо. Але пальці бережи, Авдій. Тобі воно щось знадобляється. Ти понял? Давай ти лучше держи, я вже експерт. Йому ж треба мікрофон буде тримати на зйомках близних. Ми покажемо прямо. А без пальців це не естетично виглядає. Так, не труси, тому що я себе обрежу. Обережно тут ручками, обережно. Не повторюйте цього вдома, це дуже небезпечно. А для чого вам показуємо це? Повторюйте це в нашій студії просто. Приходьте тут і повторюйте. Ні, викликайте його. Ця його послуга коштує 50 гривень без податку. Просто дати йому випити, то що вам виріли, зробили. Якщо можна додому запросити, знаєте, сантехніка або щось там, якусь людину, то можна запросити Wi-Fi майстра. Wi-Fi усилителя. Так, мы чуть поворачиваем. О! Бачите, вау. Сейчас смотрите. Это какие-то Микки Маус. Теоретически. Это не Чапара. Теоретически такая вот комбинация всяких вот такого шампанского, да, или так. Что у нас по сюжету. Вы сможете добиться усиления. Но, кроме шуток, если сделать все более аккуратно, не в таком экспресс-режиме, как мы это сделали, то можно добиться чуть ли не вдвое усилить свой сигнал. Спасибо, ребят, не хватает. Так поставить нет, можно, но надо спрятать после этого. Он будет вот такой вот усиленный, но потом в цементную коробку ставите, чтобы... Ну, хай, вы наследуете, давайте, за процветание рубрики «Кедрком». В общем, я вам расскажу самое классное. Это не рубрика «Кедрком», рубрика «Тест давай». Тут очень все интересно, смотрите на меня. Это была рубрика, как там надо говорить? Ну, короче, вперше, может, мы святкуем какую-то, знаете, там, 20-й выход в эфир. 20-е столетие Фукс, можем протестировать. Давайте за таких классных чуваків, які роблять Wi-Fi підсилювачі. Я не порезался даже. Тримай обережно. Це ще не випав. Це рубрика «Ти здивайся», що одним цій бізнес кафе три в одному. І ми продовжимо святкувати, поки ви дивитесь наше шоу. Єее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 eeeeeeeeeeeee